Всем привет, друзья! А это у нас квартира 32 метра квадратных. Такая вот широкая дверь. Мне такая дверь очень нравится. Есть здесь два варианта в этом районе. Поуже и пошире. Продана под замену. Это от застройщика. Нужно будет еще сделать откос и заштукатурить. Уголок установить. Ну, в общем, должно быть замечательно. Квартира сама по себе не очень большая, 32 метра, это такое ниже среднего, но продумано все здесь до мелочей. Будет перегородка из гипсокартона, разделять квартиру на гостиную зону с кухней и комнату. Здесь будет кровать, столик макияжный и на стене будет висеть огромный телевизор. Провода, которые висят с потолка, свисают, они пойдут в стену. Здесь у нас получается все для ТВ, для столика. Будет выключатель еще. Но это монтируется потом, когда будет уже сама перегородка. Заходим в квартиру. Налево санузел. Санузел совмещенный. Смотрите, какой объемный и просторный. Должно все аккуратно влезть сюда. Будет ванная, инсталляция. Стиральная машина, даже какой-то шкаф встроенный до потолка, зеркало, выключатели, розетки, подсветка, все продумано. И вот бойлер, провода уже выведены, все это будет зашиваться здесь гипсокартоном. Ну, еще должен поработать сантехник. Идем дальше, попадаем в коридор, здесь будет небольшой коридор, когда возведется перегородка. Есть два выключателя двухклавишных. Это у нас будет подсветка на кухне. Здесь заходим в начале коридора и вот сама кухня. В этом месте будет установлена кухня. Есть подсветка для кухни. Вот она выведена, выключатели. Варочная панель, посудомоечная машина, СВЧ, духовой шкаф, вытяжка. И вот здесь будет телевизор. Как гостиная, на этой стене телевизор, напротив диван, как зона отдыха. И смотрите, как классно, есть выход на балкон. С гостиной выходим на балкон. Он закрытый, застекленный. Заказчики в будущем хотят поменять здесь стеклопакеты на четырехкамерные или двухкамерные. И продуман теплый пол. Теплый пол у нас немецкий, качественный, он не из дешевых, мощность 400 ватт, с запасом прочности, я думаю, на лет 10-15 его должно хватить как минимум. Штреборезом вырезаем канавку, прячем кабель, заделываем это все клеем, клеевым составом, выведено под регулятор. Уже и сам регулятор закуплен, это Grand Meyer, оптимальная цена-качество. Кстати, у меня такой же дома, служит уже около 5 лет, никаких вопросов к нему нету, просто замечательно. Не нужно переплачивать, ну это вообще производитель Китай. Китайцы тоже молодцы, научились делать. Штроборез, пылесос. Все четко, аккуратно. Ну и смотрите, у нас есть еще второй балкон. Сейчас мы туда зайдем. Балкон открытый. Квартира, видите, какая? 32 квадрата, но два балкона. Этим не каждая квартира может похвастать, даже огромная. Открытый балкон, здесь уже положена плитка. По электрике мы сделали розетки, выключатель и даже будет светильник на стене. То есть зона отдыха, какие-то будут сиденья, здесь кресло. Столик. Просто замечательный вид перед нами открывается. Кстати, вот внизу переход и уже совсем рядом метро. Оно действует. И сейчас будет работать еще метро. Осталось совсем немного. Вот здесь с правой стороны, где сам торгово-развлекательный центр Данамал. Потолок будет натяжной. Есть распаечные коробки. Они идут по потолку. Здесь настоящее произведение искусств. Все четко построено, ровно, технически грамотно. Щиток у нас встроенный, внутренний.
Вот контроллер напряжения. Вот этим рубильником, автоматом мы выключаем все, кроме холодильника. Автоматы идут отдельно. Холодильник, модем, освещение, санузел. УЗО 1, УЗО 2. Ну и вот здесь у нас духовой шкаф, посудомоечная машина, розетка, СВЧ, бойлер. Все грамотно. Скроется потом все вот этим лючком, закроется. Это когда уже отделка закончится, чистовая, завершится. Будет все красиво. Вверху у нас слаботочка. Здесь будет модем, розетка. При входе домофон, потом одноклавишный выключатель, прихожее освещение. Ну и опять розетка, это временная для строителя. Замечательная квартира. Когда все сделается, будет просто шикарно. Перегородки, стены, будет где-то подготовка под обои, поклейка обоев, где-то участки, может быть, декоративная штукатурка. На полу кварц-винил. Кварц-винил замковый. Мы уже начинаем отказываться от беззамкового кварц-винила, потому что, во-первых, разное качество есть. Если взять сравнить плоскость кварц-винила, то при стыках все-таки есть зазоры до миллиметра, а это как бы не очень красиво. Эту плитку можно где-то подточить, а кварц-винил здесь немножко сложнее. Да и попробуйте на квартиру просто подгоните весь кварц-винил. Это проблематично. В общем, вот такая квартира. Поэтому, кому интересно, смотрите, и вы увидите результат. Да, плитка у нас будет в санузлах, на полу, на стенах. Неизвестно какая, но я думаю, у заказчиков вкус неплохой, и они подберут это все на свой вкус. Ну, то же самое здесь плитка, наверное, будет прихожая еще. Переходить на кварц-винил. Кому интересно, смотрите, подписывайтесь, и вы увидите результат. Всем спасибо за внимание, спасибо за просмотр, и до новых встреч. Пока.